Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Сегодня 8 мая, и мы сажаем главный наш продукт – картофель. Спахали мы 7-го, вчера вот отдыхали, а нет, 6-го спахали, вчера лежала земля, немножко дышала. Сегодня сажаем. Вот каким способом у нас двое копают, двое сажают, а я кидальщица золы. Каждую лунку кидаю золу. Вот таким у нас. Ну, простым таким способом. У нас эти все уже приготовлено, разворачивается как палатки, и сажаем картофель. Погода сегодня как раз хорошая для посадки, для работы. Работы, конечно, всякое много. Все надо каждый день что-нибудь делать. Всем хороших посадок, хороших урожаев, чтобы картошка родилась хорошая. Пока-пока!